Мы отдаем честь былым королям и королевам экрана монстров. Вас поприветствуйте, Тайлор Тусман. Ура, он топовый пугатель. Ох, я теперь шутник, наверное. Я заставляю детишек смеяться, так что да. Не бросай свою основную работу. Ой, подожди. Так это ж твоя основная работа. Усу! Дорогуша, иди. Мы гонимся за смехом. Я маленький пончик. Снова странный голос младенца. А, маловато смеха, студент? Будет больше смеха. Даже обед еще не начался. Вот это обед. Что я тут делаю? С тех пор, как я был маленьким, всегда хотел быть пугателем. Пугать было слишком сложно. Так что ему пришлось уйти и стать шутливым пугателем. Я хочу предложить себе работу. Работу? Работу! Ты можешь стать топовым пугателем Фуока. Что ты собираешься ему сказать? Мы не можем перестать проходить через двери только потому, что одна из них не вела к успеху. Самое страшное — это жить со сожалениями. Ты не сможешь убежать от того, кто ты есть. Все всегда про тебя, Тайлор. Вот оно. Я в самолете. Кем ты предназначен быть? Ну, здесь неожиданный поворот. Давай сделаем это. За здоровье. Скажи, что ты все это заснял. Ага, Джилл, я не просто так таскаю с собой камеру. Это программа для широкой аудитории.